Новая партия оборудования поступила в Нижневартовскую городскую поликлинику. Это 3 современных УЗИ-аппарата и электрические кушетки для физиопроцедур. Средства на их покупку выделил фонд обязательного медицинского страхования. Новые УЗИ-станции по ряду характеристик превосходят аналоги. Например, они оснащены функцией автоматического улучшения качества изображения и удобным интерфейсом, который позволяет управлять аппаратом на интуитивном уровне. Эти новшества в несколько раз повышают точность исследования. Новые массажные кресла, в отличие от старых, кушеток регулируется по высоте, положению головы, ног и тела пациента. Столы с электроприводом выдерживают до 150 килограммов. Эти преимущества обеспечивают комфорт и маневренность как для посетителей поликлиники, так и медицинского персонала. Особенность системы состоит в чем? Она имеет 5 современных датчиков, которые позволяют получать точное, качественное изображение в различных плоскостях. Современная программа обеспечения позволяет врачам-специалистам работать комфортно на интуитивном уровне, а пациентам получать своевременную и качественную медицинскую помощь.